Привет, всем привет! Привет! Сегодня Эмили 7 месяцев. 7 месяцев, вот этой булочки, вот этой сладкой. Да, мы приехали в парк погулять, на пикничок. На пикник. Да, еле нашли тенек просто. Ходили, искали минут, наверное, 20. И здесь, ну, в принципе, нормальный тенечек. Ветерок продувает. У нас такой огромный плед. Вот. Эмили сейчас должна эта булочка уснуть, по идее. Да. Мне уже пора спать. Здесь дует небольшой ветерок и очень громко орут. Скверчат. Короче, шумят сверчки какие-то, ну вы, наверное, слышите. Я надеюсь, нет на заднем фоне нереального шума от этих сверчков, потому что они просто как начинают внезапно орать. Нам-то вроде не сильно слышно, а вот на камере я, как бы, ребят, если что, простите нас, пожалуйста. Вот он, пищевой интерес. Да, пищевой интерес. Доча, хочешь ягодку? Он ее ест? Ну, хочет взять рот. Давай я тебе сама дам. Ну, очки поем, чё. Эмили заехала мне в глаз. Прям жестко, игрушкой. Я его немножко, да, еле открыла. Сейчас вроде нормально. Вообще очень жарко, мы решили поехать домой. Нам-то еще как бы более-менее, а вот что-то, мне кажется, ей не очень. Думали, в тенечке, как бы тут ветерок, нормально будет. Но... нет. Мы уже вернулись домой. Сейчас подготовить обед. Будем кушать рыбку. Ты чего проснулась? А вот и наша рыбка готова. Будем сейчас кушать. Всем приятного аппетита. И там еще в духовочке для Эмили типа цукини. Не знаю, как желтый цукини, в общем. Бери огурчик. Так, рыбу не бери, пожалуйста, огурец только. Вот, молодец какая. Умничка моя. Такая сосредоточенная. У нас есть друзья, Джон и Николас. Кто вообще их помнит? Мы 100 лет не виделись. И мы, конечно, общаемся, но постоянно не можем встретиться. И они хотят переехать, и вот сейчас приехали посмотреть комьюнити наш. Мы говорим им, идите к нам в гости срочно. Вот, так что они буквально уже на подходе. Там Джон и... вот это подруга. Николас, я так понимаю, нет. Привет! Привет! Пута! Фото секу сдала больше?
Hi guys, Nicholas is not here, but... Это, это, ты coffee shoes. Oh my god, she's so huge. Hi. Hi. How are you? We're a carpet in the bedrooms. And there wasn't. Yeah. Yeah, probably. I don't know why. So that's why she said, because it's kind of luck. Yeah. They don't know. You are so cute. It just depends, like, on what apartment you move in. Yeah. So we can tell before you. Like, but I hope the second floor doesn't have carpet on the living room. Yeah. Because like no, we want. And this floor is new. It's like nice. Yeah. Did it come with the TV? Yes. Yeah. TV is included. I think the girl she didn't know. She was like kind of new, so she didn't know a lot. Is she like small one black? Yes? Yeah, like kind of like a TV. Yeah, she's new. Yeah, because she didn't know a lot of stuff that you already told me. Они нас уже спрашивали, ну там про всякие там нюансы. Мы ему все рассказали, а говорит, девушка в офисе не могла ответить на его вопросы. Right? You should be realtors. Yeah, I can. Когда новый китайец, она не понимает, что это. Six months? Seven today. Day seven. Happy birthday to you. Happy birthday. I'm not sure. Can I make a video? Smiling. Yeah. So cute. And then where do you guys go here? Like, is there like a market, Arbersons? Smith's. So like 1 minute from here. From our apartment, we like feel the difference when we move in, but we live in the comparable. No, now we live kind of here. Yeah, I know, on Charleston. We had to go up. That's fine. And then we close like 2:15, so if we need to go, like we stay like, easy. Вот так же, мы зону пока она улыбается. You are so beautiful. She's gonna be tall, like Pasha. Yes. Right? She's like the tallest in the fan. Like between kids. Like 95%. She is tallest when 95% kids. Yeah, she is. She's big. 7 months. Nessa, she made Instagram, you know? Да, что он сказал, что она будет высокая. И говорит, что она выше 95%. But when she was born, how many kilos was she? Ну, знаете, вот эту шкалу, которую... It's average. In Brazil, it's average. And we really like that everything is new. Yeah. And actually, the one we saw, it's the same thing. Like, same kitchen, the same fridge, the same everything. Говорю, что они смотрели все то же самое. What are you doing? What are you doing? Do you already know English? No, we're gonna speak Russian at home. Yeah, at home. I think we're gonna go because I need to start working. Okay. Where's Nicholas? Wednesday we're gonna come back. Wednesday? Yeah, because he didn't come ah, today. Where is he now? Working. Where? At the hotel. Yeah, he's in Nicholas now. It's working at a hotel with animals, only for animals. So that's Nicholas. Yeah, he needs to be like. В отеле let me для see. Животных. Look. У них там что-то выгуливают. He has all the animals there. Вот допустим, кто-то уехал в путешествие, и оставляют своих собак там. It's so funny. See you soon. Yes, yeah, see you soon. Bye-bye. Bye, guys. Bye. Paka-paka. Say paka-paka to Nicholas. Nicholas is fat. He got away. Also, Pasha got away. He looks really good. Me? Yeah. Thank you, but it's nothing the same. Yeah, but like your style, I like it. Ah, they were like you too. Always like. We need to do makeup. А, они ждут, пока ты двери откроешь им, потому что в Бразилии же нельзя открывать двери самому. Like you're waiting before she opens the door because you can't, right? Mm-hmm.
в Бразилии нельзя открывать дверь самому, потому что значит, ты не вернешься. Они стоят такие, типа, не могут. You're gonna go play with all the animals? So gonna be like holding a snake. Nico. Oh my god. Okay, Pasha, bye. Come say hi. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, guys. Nice to meet you. Me too. Bye. Nice to meet you, baby. Bye, guys. See you soon. Bye-bye. See you. Прикольно, если они будут нашими соседями. Да? Вот прикинь, у них зоопарк какой дома. У Николаса там 3 змеи, хорьки, 2 штуки, 4 кошки, хомяки, крысы. У него все, короче, вот в этом доме. Говорит, никогда у вас не остался. Когда он худым-то был? Когда? 4 года назад. Да. Смотрите, как Эмилия реагирует на тебя. Ну давай уже, папа. Мама. Вкусно тебе? Вообще это не цукини, сквош, не знаю как по-русски. Может что-то типа как маленький патиссон. И желтый кабачок. Ну желтый кабачок. Видишь, как, не знаю как правильно по-русски, мне кажется есть какое-то название. Голенькая ходила. Ничего страшного. Потому что жарко, скажи, да. Я же ребенок. Да? Ну что, ты маленькая? Маленькая кокотошечка. Я тут немножко сейчас прибиралась. Полы помыла, конечно же, после гостей, а то натоптали. Блин, все-таки, не знаю, ребенок ползает везде, и мне хочется, чтобы было чисто, хотя, ну, я понимаю, что надо как-то приучать себя к тому, что она все-таки будет ползать и всякую пыль, все в рот нести или еще что-то. В общем, собирать всю грязь мира. Вот, и это как бы нормально, но все равно не могу. Котик, что ты делаешь? Еще, кстати, хотела сказать по поводу Джона и Николаса. Они вообще очень классные ребята, но есть у них один косяк. То, что мне в них не нравится, это то, что они курят. Я, в принципе, как бы нормально отношусь к курильщикам, если это как бы не происходит со мной рядом или... Ну, вообще, чтобы это меня не касалось, но... Да, Эмили тоже как бы недовольна. Но, вот, допустим, Джон, он может отойти, либо не курить рядом. А Николас, он, ну, как бы отходит, но все равно так хоп-хоп-хоп, и оказывается, он близко. Если раньше я могла как-то, ну, не то, что потерпеть, я ему всегда говорила, ну, или говорила всегда ему, что, типа, не кури со мной рядом, либо сама отходила. Вот сейчас так вообще с ребенком, ну, не хочу вообще, чтобы рядом был со мной запах дыма. И от них прям пахнет. Ну, знаете, блин, от курильщиков всегда пахнет. Даже если они не курят. Особенно кто не курит, это всегда замечает. Вот. А так они классные очень, ребята. Надеюсь, вы сейчас нас смотрите и не курите. Потому что курить это очень-очень плохо. А вообще они прям настроены переехать в наше комьюнити. Ну и классно, будем чаще видеться. В гости к ним будем ходить. Ну, где-то там даже просто на бассейне тусить.